приветствую, дорогие зрители, с вами Дилером, продолжаем обозревать интересный мод для Майнкрафта. Сегодня будем обозревать очередной интересный мод, этот мод посвящен безумным морковкам, а также пройдем офигеннейшую карту испытаний. Как обычно, ссылочка на карты на модификацию в описании, а мы с вами начинаем, посмотрим, что у нас находится. Здесь какие-то прыгучие морковки, есть целых 5 уровней. Есть обычная прыгучая морковка, крафтится она из чего-то такое, модифицированная морковь. Нифига себе, для того, чтобы скрафтить модифицированную морковь, нужно использовать так много алмазов и изумрудов. Обычный блок еще нужно использовать морковный, который крафтится из моркови. Вот это нифига себе. А чем дальше, тем тяжелее крафты. Ничего себе. Это ради того, чтобы прыгать. Морковка, ты просто безумно. Возьмем, наверное, сразу самую крутую, либо сравним не крутую и самую крутую. Так, съедаем какую-нибудь морковку. По идее, съесть ее не могу. Да, действительно. Включили себе режим голода. Господи, умираю. Так, быстрее съедаем эту обычную морковку. Она восполняет довольно-таки неплохо мне голода, но не так-то уж и сильно. Получаем прыгучесть где-то секунд на 20. Поедаем еще одну морковку. Что сделает она с нами? Она нам дает на 1,5 минуты прыгучесть и восстанавливает довольно-таки много нашего голода. Так, съедаем еще золотую морковку. Все, не хочу голодать. Так, мне нужно аккуратненько все это пропрыгать. Ох, ничего себе! Ничего себе, какой я прыгучий! Воу, воу, воу! Через огонь не получилось! Блин, печалька! Немножко не вышло. А если постараться? Если постараться, то тоже как-то не очень получается. А если с разбегу? Вот, с разбегу вообще преодолел. Нефиг делать просто. Фух, испытание пройдено. Морковка ты была, конечно, жесткая. Так, смотрим, что у нас здесь. Дальше у нас морковка, которая дает регенерацию. Она крафтится тоже из модифицированной моркови, которая, в свою очередь, крафтится очень-очень дорого. Морковка, ты такая безумная. Ладно, сравним тебя с морковкой, которая 5 уровня. Кстати, как крафтится морковка 5 уровня? Ну, в принципе, везде. Чем выше уровень, тем больше требуется алмазов. Безумие, блин. К тому же, здесь еще нужна морковка 2 уровня для крафта. Здесь нужна морковка 3. Господи, для того, чтобы сделать морковку 5 уровня, нужно миллион алмазов потратить. Нужно любить морковь так же, как и я. То есть безумно просто. Хорошо, поедаем морковку 1 уровня, получаем регенерацию всего лишь на 20 секунд. Это же можно было сделать себе золотое яблоко. Ну ладно, окей. Так, я себе сделаю немножко голода. Сейчас я съем еще морковку 5 уровня. Так, съедаем ее. И она дает нам регенерацию на 1,5 минуты. Сумасшествие. Ну окей. О, ребята появились. Здорово. Как ваши дела? Блин, я думал, что мы друзья, но как-то не очень. Так, моя регенерация, по идее, да, позволяет мне ходить в огне и не умирать. Я просто могу ходить в огне и забить вас еще кулаками. Получай, получай, получай. У меня регенерация просто невероятная. Я тебя могу запинать просто на тебе по носу. Заборю тебя. Ну давай, сдыхай, господи. Как же жалко, что у меня с собой нет никакого оружия. Ну вы, ребята, короче, живите. Так, я отсюда ухожу. Уходим, уходим. У меня даже есть косточка, парочка стрел, которые мне не нужны. Фух, давай, потуши меня. Все, я потухаюсь. Так, смотрим, что у нас здесь есть дальше. Здесь у нас есть морковки, которые дают нам защиту. Они крафтятся в свою очередь. И что это такое вообще? Из чего это? Из какой-то необычной моркови? При добавлении еще обсидиана? Ничего себе. А ты из чего крафтишься? Так, это морковка 1 уровня. Морковка 2 уровня, господи. Морковка 4 или 5 уровня. Да, это 4 уровень. 5 уровня этой морковки, как я смотрю, вообще не существует. Ну ладно, окей, возьмем тогда тебя. Возьмем еще тебя. И на всякий случай можно взять себе морковку Халка. Она крафтится вообще по-жесткому. Я считаю, что это самая дешевая и самая лучшая морковка из всех. Потому что для ее крафта нужно использовать только морковку. А также нужно использовать несколько железных мечей, сахара и немножко слизи. По-моему, это реально недорого. Я еще возьму себе оружие. Какой же взять себе топор? На неубиваемость, либо на остроту? Даже не знаю. Наверное, возьмем вот этот все-таки топорик. Так, я перекушу. Это защита 1 уровня, которая дается мне на 40 секунд. Не, это защита даже 2 уровня на 40 секунд. Возможно, автор мода хотел еще создать какую-то морковку 1 уровня, но что-то, видать, он ее не допилил. И, в общем, морковка 4 уровня, надеюсь, что она будет нас вообще безумно защищать. Так, съедаем морковку 4 уровня и получаем защиту на 1,5 минуты. Ну ладно, я думаю, что я готов к сражениям. Так, мы себе сделали спаунпоинт. И сейчас у нас будет какая-то жесткая битва. Так, зря так поголодался. Я, в принципе, не должен был нажимать эту кнопку, ну ладно. Так, ребята, я готов с вами сразиться. Так, получайте, защита у меня просто безумная. Бейте меня, бейте. Я не чувствую боли. Я просто вообще бессмертен. Все, я заборю всех своим офигенным топором. Так, получай. Отлично. Еще немножко осталось, так, все, всех заборол. С кого-то даже картошка выпала. Вы решили посражаться здесь, да? Так, отличненько. Интересно, смогу ли продержаться еще одну волну. Только сначала я съем морковку Халка. Так, морковка Халка, ничего себе. Скорость, сила, прыгу.
Живучесть, защита! Вот это круто! Воу-воу-воу-воу-воу! Ничего себе, какой я дикий! Как-то я сильно даже какой-то дерганый стал. Так, ребята, давайте, гол на меня! Давай-давай-давай, ваншочу! Ваншочу просто топором всех! Офигеть! Офигеть, вот это да! Вот это да! Круто! Всех убил! Хочу еще больше, 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 больше! Вау, вау, вау! Какая армия! Какая безумная армия! Офигеть, как посмога! Так, я надеюсь, что я справлюсь. Я очень надеюсь, что справлюсь. Лучше бы я взял топор на неубиваемость. Вот это я, кажется, немножко просчитался. Так, вот еще парочка осталась. Тебя еще убить. Так, ты последний, последний. Есть еще кто-нибудь? Так, кто-то хочет с вами сразиться? Так, вроде бы остались только парочка скелетиков и парочка зомби. Но я думаю, что я с ними справлюсь. Так, все, убили, 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 убили. Всех забороли. Просто замечательно. Оп, 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 так, выбраться аккуратненько. Умею ли я летать? Ну, я даже не знаю. Давайте-ка мы проверим. Воу, воу, по-моему, я сейчас разобьюсь. Либо я надеюсь, что мне защита моя меня защитит от такого падения жесткого. Защита как-то меня, я смотрю, не очень защитила. Либо, возможно, кончилась морковка, которая должна была меня как-то спасти от этого падения. Но мы об этом не узнаем. Так, что у нас здесь? Маленький мини-босс? Ничего себе. И что это за мини-босс такой? Так, у нас есть какая-то волшебная морковка в виде меча, либо даже это меч и морковка. О, офигеть! Для крафта нужно использовать только морковки. Это меч моей мечты. Просто где-то пошел, выкопал себе кучу морковок и сделал мега офигенский меч. Это просто офигенно, блин, выглядит просто как целая куча моркови, связанная в кучу. Причем урон 7. По-моему, это неплохо. Ладно, мини-босс, я готов. И кто же у нас здесь? Ох, ты ж босс-голем, какой-то маленький голем. Укороченная версия. Так, ну получай. Воу-воу, парень, парень, полегче. Полегче, парень, парень, блин. За что? За что вообще? Я должен был всего лишь тебя убить. Теперь ты какой-то бессмертный стал. Что за фигня вообще с тобой? Ладно, позовем еще одного. Так, вот ты. Вот тебя там ушатаем. Нет, кажется, мы тебя не ушатаем. Нет, не подходи, не подходи. Меня спасет сундук. Меня не спасет сундук. Сдохни, блин. Сдохни, сдохни, босяра. Сдохни. Воу-воу-воу. Слышь, вдвоем. Это уже нечестно. Это уже нифига не честно. Нифига. Ну ладно, хорошо, убей меня. Спасибо тебе, убийца, блин. Убийца ты проклятый. Блин, опять ты бессмертен. Какого фига вообще? О, все, давай, сдохни, сдохни. Воу-воу-воу-воу. Так, давай. Аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Вот так вот. Так, давай, еще одна тысячка. Так, вот, блин, мы убили друг друга. Ах ты ж чертов читер. Как он это сделал? Так, парковка мне не нужна, это мне не нужно. Железо это големское мне тоже проклятое не нужно. Фух, отлично, забороли их. Так, что у нас здесь? О, ничего себе, это какие-то очень интересные предметики. Так, это по идее броня у нас. Ох ты ж, ничего себе. Все крафтится из морковных блоков. Блин, вот это круто. Это я одену с удовольствием. Так, прямо сейчас возьму и одену. Так, оделись. Смотрим, как я выгляжу со стороны. Ох ты ж, ничего себе. Ну, довольно-таки красивая броня. Мне она даже очень нравится. Она дает на постоянный эффект скорости, ночного зрения, а также прыгучести. Вот это прикол. Так, что это у нас такое? Это, по идее, какая-то мега-бензопила, которая крафтится из каких-то укрепленных морковок, которые нужно пережигать еще в печке. Ничего себе! А эта морковка крафтится из моркови. Нифига себе, как все сложно! Это какие-то морковные корни, что ли, которые крафтятся тоже из моркови. Ничего себе! Это морковные плиты, которые крафтятся. Офигеть, все так сложно! Офигеть, блин, мне аж понравилось даже. Это какая-то морковная кирка, которая крафтится тоже не очень дорого. Это морковный топорик, морковная лопата и морковная мотыга. Офигеть, вот это да. Мотыга еще обладает интересным свойством. По идее, если ходить по вскопанной земле, то она будет превращать эту землю в морковь или типа того. Сейчас мы, кстати, с вами все это проверим. Так, ладно, активируем ночь. И сейчас будем аккуратно через все это прорубываться. Сначала попробуем при помощи топора. Ну, вроде бы довольно-таки быстро. А если я возьму бензопилу, то бензопила гораздо-гораздо быстрее все добывает. Просто безумно быстро. А на правую кнопку? Нет, она нифига на правую кнопку делать не умеет. Но копает она очень-очень быстро. Топорик с ней просто не сравнится. Топорик не такой быстрый. Ладно, топорик, ты мне больше не нужен. До свидания, уходи. Попробуем, какая же у нас лопата в действии. Так, лопата, ну так себе. Конечно, учитывая, что она сделана из моркови, это, конечно же, просто невероятно круто. Потому что, блин, ты же из моркови. А копает она довольно-таки офигенно. Так, ну ладно, откопались. Проверим-ка мы нашу кирку. Что умеет делать кирка?
кирка копает тоже довольно-таки быстро. Ну, по сравнению, наверное, как каменная, что ли. Может быть, как железная. Зато она умеет добывать вообще все блоки, даже обсидиан. Так, сейчас мы здесь все вскопаем, так вскапываем. И все вот эти блоки превращаются в морковные блоки. Вот я на них наступаю, посмотрите, это морковные блоки. Так что это все-таки невероятная мотыга. Мотыга умеет преобразовывать скопанную землю прям в морковные какие-то волшебные блоки моркови. Блин, какая-то фигня получилась. Ладно, копаемся дальше. Так, алмазики тоже совершенно спокойно можем добыть. Так, прокапываемся. Ну и замечательно. Так, все, вышли мы наружу. Так, кто у нас тут ходит? Мне показалось, что там ходит какая-то опасная ведьма. Но по всей видимости показалось. Так, я еще могу постараться добыть обсидиан. Давай! Давай, я в тебя верю! Давай, мы справимся! Вот сейчас вот, вот так вот! Ну-ну-ну! Все, отлично! Мы добыли обсидиан! Вот он у нас есть! Эта кирка все-таки справилась! Мы добыли обсидиан! Что у нас, кстати, дальше? Здесь у нас лежит какая-то очень необычная морковка. Это морковка, которая дает нам скорость копания. Ох ты ж, нифига себе. Для ее крафта тоже нужно использовать модифицированные морковки. Для того, чтобы сделать морковь 5 уровня, нужно потратить просто 1 000 000 алмазов. Блин, реально просто 1 000 000. Еще здесь есть какой-то бур, который крафтится тоже довольно-таки недешево. В принципе, все рецепты крафта, как обычно, оставлю где-то вот ссылочку в описании. Типа там на сайте, можете посмотреть, кому интересно. Так, давайте-ка посмотрим, что у нас здесь будет. День как бы не настал, но ладно, хотя бы спаунпоинт активировался, по-моему. Так, давайте проверим, с какой скоростью мы будем копать при помощи этого. Воу, что произошло? А, я проголодался. Блин. Ну это я зря, конечно. Так, нужно немножко перекусить и посмотрим, какой скоростью будет копать бур. Еще сейчас мы сожрем одну морковку на скорость и посмотрим, насколько все это дело улучшится. Так, пожираем первую морковку и мы сейчас узнаем. Так, давай копаемся. О, гораздо быстрее. Так, гораздо быстрее. Мы получили хаст. Хаст просто первого уровня. А если я съем последнюю морковку 5 уровня, то по идее будет хаст 5 уровня. Нет, нифига. Это обычная скорость копания просто на 1.5 минуты. Как-то сильно жирно. Хотя, смотрите, я сейчас копаю, но я даже не вижу, как мотается моя рука. Просто невероятно быстро копаю. Ничего себе, это было довольно-таки забавно. Я себе надобывал кучу обсидиана, что тоже можно было бы построить еще один портал. Хотя там вроде бы 10 блоков нужно. Ну ладно, давайте-ка сходим в ад, посмотрим, что у нас есть интересного в аду. Ох ты ж, ничего себе. Так, здравствуйте, что у нас здесь? Здесь у нас, по идее, какие-то морковки, которые нам дают защиту от огня. Первая морковка крафтится как-то вот так, последняя морковка крафтится как-то вот так, но вот эти, в общем, вот так. Так, забираем тогда первую морковку, забираем последнюю морковку, на всякий случай возьмем с собой морковку на защиту, чтобы не получить больно люлей. Блин, черт побери, нужно пойти проголодаться. Сейчас я быстренько вернусь в обычный мир, потому что здесь как-то я не предусмотрел себе рычажок, который будет меня заставлять голодать. Так, давай-ка еще раз проголодай меня, и все, я тогда убегаю снова в ад. Я думаю, что мне этого голода будет достаточно. Воу, голод полегче. Так, выбрались, сейчас тогда съедаем морковку на защиту, и съедаем тогда морковку первую на защиту от огня. И по идее эта морковка мне дает защиту от огня на всего лишь на 20 секунд. Ладно, съедаем туда и вторую морковку. Она нам дает защиту на целых 1.5 минуты. Давайте-ка посмотрим, что у нас здесь есть. Так, добрый день, мистер Свинки. Уии! И защита, по идее, должна спасти меня от такого падения, да. И эта защита справляется. Давайте мы туда пойдем еще в ад. Офигеть, я могу ходить в аду, и у меня под ногами появляются морковные блоки. Я просто волшебник. Я превращаю лаву в морковь. Блин, как же это круто. Блин, офигеть. Именно так эти цитации считаются по-крутому. Можно просто куда-то идти себе и строить офигенные мосты. Мне это безумно нравится. Я очень надеюсь, что морковка не горит, потому что там некоторые блоки загорелись. Вау. Вот это крутяк. Самое главное передвигаться присевши. Ну то есть присели и пошли. Если вы не приселите, то возможно блок появится перед вами и вы не сможете забраться. Хотя давайте-ка проверим. Так, а ну-ка бум! Прыгаем. Ох, нифига себе. Это настолько умная морковь. Она даже предугадывает наше падение в лаву. Я помню, когда-то обозревал модификацию, там где тоже создавались какие-то блоки, вот именно на лаве, но там все работало по-другому. А здесь модификация учла вообще все возможные косяки. Так что я могу даже просто прыгать и будут все равно создаваться под моими ногами блоки. Вот это крутяк!
Вот это крутяк, все, я перебрался на другую сторону этого здоровеннейшего озера. Это просто круто. Так, осталось только убиться, потому что возвращаться к порталу как-то очень и очень далеко. Так, замечательно, мы вернулись домой. На меня еще наложены эффекты ночного зрения, скорости и прыгучести, потому что я по-прежнему в броне. Так, идем дальше, смотрим, что у нас здесь еще интересненького есть. Здесь у нас какое-то водное испытание. Нужно будет куда-то нырять, куда-то плыть. Ничего себе, в этом нам поможет морковка, которая нам позволит дышать под водой. Блин, обожаю эту модификацию. Если бы не эти дорогущие рецепты крафта, это была бы самая лучшая модификация моей жизни. Но, с другой стороны, было бы все сильно читерно, по-моему. Так что, в общем, и так все хорошо. Так, нужно еще раз получить эффект голода. Так, голодаемся. Голодаемся, голодаемся, голодаемся. Быстренько съедаем морковку. Она нам дает возможность дышать под водой 20 секунд. Ну и последняя морковка даст нам возможность дышать под водой целые полторы минуты. Так, долбанные скелеты. Что вам от меня нужно? Хотите моей смерти, да? Но я вам так легко не дамся. Так, как здесь красиво. Так, плывем. Что у нас здесь? Какие-то сундучки интересные. Так, здесь никого нету. Вроде бы пока здесь тихо. Так, смотрим. Алмазики, блин. Блин, долбанные скелеты. Так, а здесь что? Здесь тоже какие-то кости. Какого фига? Вы сговорились, да? Вы хотите с моей смерти? Нет, нифига. Так, забираем алмазики. Блин, их еще больше стало. Ну, а с баню все. Мы похитили их алмазы. И можно выбираться. Окружают. Окружают демоны. Вы решили меня окружить, так где мое супер-мега-морковное орудие? Так вот, мое супер-мега-морковное орудие, так сейчас заборим вас всех. Так, забороли. Блин, еще и пауки хотят моей смерти. Так, а ну пошел отсюда. Пошел отсюда, скелетья морда. А, блин, в воде со скелетами сражаться не круто. Вообще ни разу не круто. Так, ну я сейчас тебя атакую. Ты мне ничего не сделаешь. Так вот, вот парень, все, отлично. Мы его забороли. Нужно избавиться от улик, все, избавляемся от улик. Я не при делах, я ничего не делал, я ничего не знаю. Так, а здесь у нас какое-то будет сейчас сражение жесткое. И по идее какие-то морковки силы. Здесь у нас морковка силы первого уровня крафтится на из каменных мечей. Ничего себе. Последнего из алмазных мечей. Офигеть, железные мечи, каменные мечи. Вот это да, вот это офигеть просто. Ну ладно, окей. Мне еще по идее мой морковный меч не потратился, так что я не буду брать себе новый. Ты скелет, что хочешь моей смерти что ли? Так, съедаем первую морковку. Получаем защиту, защиту, защиту. Где же эта защита? Защиту на 20. А, нифига себе, это не защита, это сила. Сила на 20 секунд. Я сейчас тебе рукой заломаю. Иди сюда, сейчас тебе рукой заборю. Сюда иди. Ну, получай, получай. Так, съем-ка вторую морковку на полторы минуты. Сейчас получу, по идее, какой-то эффект. Да, полторы минуты. Так, иди, сейчас смотрите, рукой заборю. Я рукой по 8 его наношу. И вас сразу сейчас с семенами побью. Ну, с семечками. Вот, отлично. С семенами на тебе похаре. Все, раздолбали мы его. Так, подбираемся. А! Прыгучести мне не хватает. Идите в баню, мистер зомби. Я вам могу даже лук подарить. Купишь себе потом где-то стрел. Будешь потом всех обижать. Негодяйские вы ребята. Так, у нас сейчас будет очень жесткое сражение. Я надеюсь, что я справлюсь. Так, выкидываем, это мне все не нужно. Так, отлично, призываем. Ох, вы как вас много здесь. Как вас здесь много. Так, получай, 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 получай. Забороли, 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 забороли. Да, с эффектом силы, с морковным мечом. Я просто невероятно мощный. Так, вам прям много, 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 много. Ох. Ой-о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 й
поесть. Я сейчас от голода быстрее сдохну, чем от этих ребят. Так, есть, 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 есть. Так, поел. Поел, получай, 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 получай. Потому что я начал реально дохнуть от голода, а не от того, что меня кто-то сильно бьет. Так, сдохни, пожалуйста. Сдохни, пожалуйста, сдохни, пожалуйста. Так, спасибо, спасибо, спасибо. Фух, наконец-то мы с ними справились. Так, нужно перекусить. Срочно морковки, срочно морковки, срочно морковки. По идее, может быть, где-то там дальше будет еще какая-то вкуснятинка, которую я смогу съесть. Так, мистер зомби, нет, я не хочу с вами связываться, мистер зомби. Честно, честно, не хочу. Так, финальная битва, там, где меня будет поджидать целая куча опасных ребят. Что мне в этом поможет? Это какая-то невероятная морковь, которая крафтится сразу из всех видов моркови. Ничего себе, серьезно? Ты крафтишься вообще из всего, что здесь есть? Ладно, хорошо, тогда оставляем все ненужное, даже трофейные алмазы оставлю. Сейчас я съем эту супер волшебную морковь, надеюсь, что она даст мне какую-то регенерацию. Да, регенерация! Вообще все, что угодно, по идее, на 6 минут. Это просто невероятно. Я думаю, что я готов к финальной битве. Так, ребята, воу, как же вас тут много. Тогда сделаем еще больше. Получайте, получайте, получайте. Я вас всех заборю, я не боюсь вас. Только я как-то проголодался. Мне нужно срочно поесть, срочно поесть, срочно поесть. Так, поел, 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 еще поесть. Но как-то они даже мне ничего сделать не могут. Я могу просто стоять, и они не могут мне ничего сделать. Офигеть, как вас много. Как же вас много, как же вас много. Так, убить, 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 убить. Покарать, покарать, покарать. Я просто ваншочу все живое.
Офигеть, как уже вас много! Получи, 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 получай, получай, получай! Убить, 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 как вас много! Так, я вроде бы расправился почти со всеми. Остались только маленькие слизнячки. Так, мистер маленький слизень, еще один мистер маленький слизень, паучок. Все, вроде бы все убиты. Все убиты, кто-то отравил меня. Офигеть, какая-то ведьма. Вот ты виновата во всем. И вот ты виноват. Все, вроде бы я всех убил. Отлично. Нифига себе, какой я прыгучий. Блин, отравила меня так надолго. Долбанный яд от меня вообще просто не отстает. Ладно, тогда можно пока этих малышей всех поубивать. Так, убили, 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 убили. Вроде бы никого не оставили мы. Так, вот еще ты есть ты, мелкая фигня. Сдохни, 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 сдохни. Ладно, вы безобидные практически. Но чтобы вот этого пузатого только буцнуть, все, отлично. Превратили его в малышей. Фух, отлично. Мы это сделали. Тортик. Тортик, я уже почти пришел к тебе. Подожди меня, тортик. Так, уходи. Уходи, вот, наконец-то тортик. Так, убрать весь мусор. Мусор, уходи, уходи весь мусор. Я готов съесть кусочек тортика. Но, как вкусно. Как же вкусно. О, обожаю тортик. Пришло время все взорвать. Так, я взорву все. Так, надеюсь, сейчас все бахнет аккуратненько. Так, везде пожглось. Так, бум, 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 бум. Офигеть. Вот это да, вот это было круто. Какой же я прыгучий, всемогучий просто. Офигеть, в общем, спасибо, что вы смотрели. Для вас обозревал и комментировал Дилером. Если вы впервые на канале, подписывайтесь, ставьте лайки. Следуйте на мой второй канал, на Кошкин канал, ссылки в описании. Также в описании, как обычно, много интересных ссылок. Можете по ним покликать, посмотреть, по что я еще играл. Также можете зайти на любом из моих каналов плейлисты и посмотреть тоже какие-то завершенные проекты, либо просто какие-то интересные ролики, может быть, найдете. В общем, да, до скорых встреч, всем пока-пока и спасибо за ваши лайки.